Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Айзека. Надеюсь, что меня нормально слышно, никаких помех, ничего нет, потому что я сейчас какое-то время буду играть в колонках. То есть обычно я одеваю наушники, и потому что мне надо вечером будет уходить. Ну, вы знаете, длинные волосы, помыть голову, проблемы. Вот, не суть. Просто если что-то будет не так, вы мне напишите. Вот, и да, касательно расписания сегодняшнего стрима... 3 часа Айзека, и потом часик Team Fortress 2, и потом я буду немножко откланиваться. Такие дела. Так, let's do this. А, черт. Ладно, я, видимо, должен сделать это. Вдруг тут петрифайт пуп валяется. Или деньги, например. Или сердце синее, к примеру. Или, возможно, ни хрена. Как повезет. Зная эту игру, скорее ни хрена. Господи, Team Fortress, лицуха. Что вы, блин, как эти? Я не знаю. Бесплатная игра в Steam, ё-моё, скачайте, блин, уже. Оно, странные вопросы задаешь. Какая нафиг пиратка? Я сомневаюсь, что она физически может существовать, блин, для бесплатной этой игры. Так я, конечно, ни хрена не знаю там, как мы будем коннектиться, но мы разберемся. Так. Да, голос мой все еще немножко того, поэтому я, может быть, буду где-то молчать. Не обессудьте. Так, блин, задолбало стрелять уже. Сволочь такая. Как я давно Айзека в колонках не слышал, а? Прям это... Не слышал «а», а не «не слышал», а. Проблемы с гендерным... С гендерной идентификацией не испытываю. Оп! Ах ты ж, говнюк такой. Попал-таки. Ну, ладно. Окей. И... Окей, я не знаю. Да, наверное. Чего бы нет? Почему-то F? Потому что всего остального у вас нет. У большинства. У меня есть там борда, но борда есть не у всех, к примеру. Хотя Borderlands не самый пример. Так, ну давайте к боссу. А потом за синими сердцами, в принципе... О, отлично. Еще и тут мне дадут синее сердце. Блин, у меня нос заложило сегодня. Вообще, как не в этот самый. Совсем не в попад. Собираешься идти в караоке? Блин, а тебе нос закладывает. Вау. Так, давайте заберем наше. Все, что наше, собственно, все заберем. Так, ну, наверное, даже так. О, секретка, отлично. У меня человек-сосед снова. Он, помимо того, что человек-сосед, он человек нетрадиционной сексуальности сосед. Ориентации. Ну, вы поняли. Из этих он, походу. Я, конечно, могу только догадываться. Но кто еще сверлит в будний день? В обед. Только эти. Я логичен, да. У меня голос севший, но я собираюсь в караоке, я знаю. Ну, блин, сидеть дома меня задолбало абсолютно. А куда-то в клубы, в клубах там уныло. Ну, и туда ходят, как бы вам сказать.
не совсем для клуба туда ходят. Вот, поэтому я хочу пойти в караоке, там посидеть, попеть и попить. В нормальном, спокойном помещении, блин. Без бдц-дц-дц-дц над ухом. Ненавижу музыку, блин, в клубах. Она такое говно. Ну да ладно. У меня дежавю, блин, что я сейчас на первый уровень обратно вернулся. Так, по-моему, челленджап работает. Прекрасно работает. Как там, чемпион что-то там. А может и не чемпион, я не помню, как называется этот тринкет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, отлично. Нет. Ау. Да, блин, не бегай ты так быстро, урод. Блин, так, мать твою. Так, хорошо, Джокер. За этим мы вернемся. Spectral Tears. Окей. Не могу отказываться. Так, здесь я был, да? Да, я отсюда иду. Оки-доки, где мой Джокер? Так, отлично. Я вообще вот думаю, нужно ли мне этот тринкет таскать с собой? Конечно, чемпионы дропают много всякого. Но не на харде. Хотя, конечно, повышенный шанс это неплохо. Но я думаю, что я воздержусь. А то как-то уж больно много их в каждой хреновой комнате. И это не Champions Belt, который дает там damage up. Пусть небольшой, но дает. Так, давайте разбивать. Да, Труша, водички попить, конечно. В бар же обычно выходят, чтобы водичку пить. Чё ты глупый вопрос-то задаешь? Так, иди сюда, урод. Во, блядь. Хороший урод. Но, мне снова везет. Да, блин. Так, ну и босс. Босс у нас Дингл. Отличненько. Просто прекрасно, я думаю. Дэмэджап. Дэмэджап. Рерол. И... Да, потенциальный дэмэджап. После смерти. Так, нам куда-то вот сюда. Надо все исследовать, все забрать, все пощупать. О, вот он. Вот он этот коварный тип. Иди сюда. Эй, урод. Давай. Давай. Черт. Но.
Тварина, давай сюда бомбу свою. Да ладно, что ты можешь? Что ты можешь сделать, мистер Мега? Вот вопрос. Эх, надо было... Ну ладно, теперь уже поздняк метаться. Надо было не подбирать там синее сердце, а пойти слиться. Да, в этом логике много, блин. Карта World не открывает мир. Да, пойти слиться и за темного Иву уже пойти. У меня же дамага-то сколько? Дополнение? Ну, дополнение... Нет смысла ждать. Оно выйдет тогда, когда выйдет. Нервы свои тратить только на это. Главное, чтобы оно говном не оказалось. А то как обидно будет ждать, ждать, ждать и дождаться какой-то параши. А такое может быть. Так, мне для комбо неплохо было бы сейчас тирсапов набрать. Да и дэмэджапов, в принципе, тоже. Ну, дэмэджапы, допустим, я знаю, когда быть. Все очень просто. Просто берешь и умираешь. Реберс? Ну, я не паниковал на этот счет. То есть, да, я его ждал, но не типа как люди ждут. Секунды считаю. Да, хотелось поиграть, но не настолько. Не. Плоп. Да, так себе. Стримил сегодня Тайрон, смотрел ли я? Даю подсказку, я проснулся за час до стрима. Как думаешь? И потом я очень тщательно мыл голову. Потому что длинные волосы нужно мыть. Вот, вообще голову нужно мыть. Че я вам рассказываю, блин? О пользе мытья головы. Так что, я думаю, что ты догадаешься, какой мой будет отрицательный ответ. Да стой же, что скотина такая, а? Ау. Кусочек угля, дэмэджап. Айзека отснято много и будет отснято еще больше. Вот это я зря. Не надо было. Хотя, с другой стороны, вторую жизнь можно и приберечь. А то мало ли что. Дамага пока хватает, в принципе. Окей. Хотя... Почему бы и нет? Почему бы и не увеличить размер слез? Хоть и не... Хоть и увеличить их без дамага. Че, вдруг я сейчас сливаться начну дичайшим образом? Мне понадобится вторая жизнь. Надо топ, и темные уда есть. Ау. Уроды. Блин, тяжело маневрировать в такой комнате. Я оставлю, пожалуй. Ха-ха-ха.
А пока что нет никакого смысла. Дамаг есть, значит, совершенно не обязательно... Вау. Перевоплощаться. Прям так специально. Да давай же ты уже, сволочь. Господи, как они достали. Ау. Спидап не помешал бы. Но, damage up, all stats up, отлично. Погнали. Не пойду я в магазин. Да, и Айзека на канале будет выходить много-много-много. Все, что я сниму до Afterbirth, все это до Afterbirth выйдет. То есть, если я сниму 50 эпизодов, то выйдет 50 эпизодов. Если потребуется запостить все это в один день, то я сделаю именно так. Потому что Дезлос, потому что, ну, если только Дезлос не прервется, в принципе. Но даже если он прервется, я все равно буду снимать Айзека. Уже не, может быть, уже не так это самое. Не так рьяно. Но буду. Барахло. Барахло. И тут ничего нет толком. Оу, oh, yeah. Новости про Afterbirth, да, есть. Его называют Afterbirth. Какие новости тебя интересуют? 30 октября релиз. Что еще нужно-то, блин? Продюсер, заканчивай флудить. Ау. Ок. Ну, блин, чё я в голову-то вот попадаю, господи. Да, это имба-комбо. Это совершенно точно имба-комбо. Да, в этой комнате просто необходимо знать, куда можно встать, иначе будете получать урон каждый раз. Я думаю, мы сделаем это. Да, шоколадное молоко. А, Каратс, в смысле? Новая из их DLC, да, уже месяц, наверное, известно, что DLC выйдет. Но, оба! Ха-ха-ха!
Блин, я понимаю, что многие не следят, что там выходит у Айзека. Но, блин. Что-то как-то вы медленные, ребят. Уже сколько народу пришло. А, что, новый Айзек? О, клево. С таким искренним удивлением. Так, о, прекрасно, бомба-монета. Ну, ок, нет нифига тут, ладно. Не суть. Ладно, хрен с ним. Не, за сундук обычный с боссами, пусть кто-нибудь другой бьется. Не в такой ситуации. О да, эта комната как никогда может пойти и отсосать сама у себя. Потому что меня там нет. Просто меня там никогда не будет в этой комнате, вот и все. Потому что она хрена в тупик. А, привет, Грин. Ух, это я зря в тот угол пошел. Там тупик. Мне повезло, что у меня дамаг хороший. И сойдет. Ну, 3 и 4. Все. Закончили упражнение. Блин, с ключами напряг. Причем и в магазине, и везде. Зато бомбы дают постоянно. Ну, это будет изи-пизи. Надеюсь, что весь оставшийся забег будет таким же изи-пизичным. Так, что здесь? Нет. Да, почему бы и нет? Антинож снова потерпели крах. Не, хотя, ладно. Упс.
О, я даже не заметил там синего камня. Я взрывать хотел пацана. М-да. Так, о, еще ключик. Ну, 40-0 мы сегодня постараемся сделать. Это еще плюс один забег к вот этому. А там как получится. Силушка. Не. Нахер. Мне демедж-апы сегодня точно уже не нужны. В этом забеге. По крайней мере, в этом забеге точно. Оп. Так, ключ. Важно. 4 штуки надо тащить до сундука. Не сюда. Верните мне моего Джокера. Nope. Nope. Даже ролить не буду. Так, подождите, это у нас же уже, по-моему, глубина 2, да? Да. Где-нибудь вот так. Все, погнали. Как-то что-то быстро она скопустилась. Прям удивительно. Удивительно рядом. И да. И нет. Нет. Так, мне по верхам. Блин, я ненавижу проклятие тьмы. Оно меня бесит. Но круто выглядит, сволочь. Так, минус один. Но, давай второй. Козел. Так, еще один. А, еще один комнат. Так, раз. И два. Так, давайте мне мою батарейку. Где она там? Блин, нифига не вижу. Ой. А что это было? Так. Ладно, годится. Да что ж такое, а? Как он задрался своей дрелью? Просто задрал, неимоверно. Главное не ощениться и не сдохнуть где-то по пути.
Козьёль. Самый натуральный козьёль. Как этот автомат. Дай мне синее сердце. Дай мне синее сердце. Дай мне синее сердце. Дай мне синее сердце. Падла. Ну ладно. Окей. Привет, Скиф. Так, о, обычный уровень. Прекрасно просто. Так, давайте сюда. Ага, понятно, попрошайки тут нема. Чуть-чуть чудесно. Так, здесь что? Обычный сундук? Нет. Ну, давайте коротким путем. До босса. Так, в принципе, 5 сердец это достаточно неплохо. Для такой комбухи. Но надо все равно быть аккуратным. Отъехать мне ничего не помешает сейчас. С 5-то сердцами. Ну, кроме, может, космического дамага. Да стой же ты, падла такая. Ненавижу этих ребят. Так, что здесь? Блин. Я так надеялся на пару красных сердечек, например. Надо было, конечно, взорвать тот автомат, а потом поиграть на синем автомате. Ну, что поделать. Я об этом подумал только тогда, когда уже положил бомбы там. А озвучил вообще еще через 3 минуты. Опс, готовченко. Это было легко. Примерно так себя чувствовал я всегда, когда играл в первую часть Айзека. Сплошное OP. Ну, если мы говорим, конечно, про комбо с ножом. Почему у него вывалился ангел, я понятия не имею. Иногда это происходит. Может быть, это нормально, я не знаю даже. Да, The World. The World, когда у меня открыт The World разумом. Да фига в этом смысла. Давай, чувак. Молодец. Так. Некогда мне ловить этих уродов здесь. О, давай, чувак, поднимай. Нет, ну ладно. Вот с кем, а с фистулой точно не стоит связываться, когда у вас нож.
Так, здесь тоже ничего не вижу. Но. Идея ротомг. Я не знаю, что такое ротомг. Я думаю, что идея ротомг мне как-то не очень. Чем бы оно ни было. Смотрите, кто у нас тут. Смотрите, кто у нас там был. Смотрите, кого здесь у нас уже нет. Никого нахрен нет. Блин, исчезающие ребятки. Плохо. Очень неприятно. Пройдено, счет становится 39-0. Оу, oh, yeah. GG.